Доброго дня! Приветствую вас с коттеджного поселка Нова. Хочу немножечко вас посвятить в наш комплекс, но для начала, конечно же, хочу начать с локации, где мы вообще находимся. Находимся мы в Адлерском районе. На самом деле у нашего комплекса это огромный плюс именно в локации, потому что мы находимся в такой золотой середине, я бы, наверное, сказала. Потому что у нас здесь очень крутые разъездные пути, и мы спокойно можем добраться до любой точки города, которая нам необходима. Ну, во-первых, это Поляна, Краснополянский курорт. Соответственно, мы выезжаем на дорогу, ну, буквально там 20-25 минут, и мы попадаем, соответственно, в Поляну. Также Сириус у нас находится очень близко, буквально тоже в 5 минутах езды. И огромный плюс наличие рядом аэропорта. Но хочу заметить то, что аэропорт абсолютно никак не мешает жителям комплекса. Его не слышно, не видно, но при этом мы добираемся до него за очень короткое время. Про инфраструктуру вблизи комплекса, конечно же, здесь находится абсолютно все. Это и магазины, и рынки. Поэтому в шаговой доступности вышли из комплекса, дошли, приобрели все то, что вам необходимо. Вот, это что касается локации, потом мы еще с вами, думаю, прикрепим там дополнительно картинки, по которым вы уже более конкретно поймете, где мы находимся. Уже к комплексу, я думаю, что, в принципе, можно прям обратить внимание на нашу основную карту, потому что я буду прямо здесь вам все это показывать. Смотрите, у нас получается 1 гектар ровного участка. Это тоже огромный плюс для коттеджного поселка. Если мы рассмотрим данную локацию, то в основном здесь все строится на горах. Мы прям на равнине. Это плюс, плюс, еще раз плюс. И на 1 гектаре мы разместили 19 отдельно стоящих вилл. Вот они выглядят вот так. Помимо самих вилл, конечно же, мы уделили внимание и на инфраструктуру внутри комплекса. Во-первых, это бассейн 180 квадратных метров, он круглогодично подогреваемый, можно будет им пользоваться и летом, и зимой. Также будет по периметру полностью патио-зоны, это лежачки, это качельки. Также мы добавим вот такие интересные в стиле хай-тек, также под наш комплекс, светящиеся качели, где могут также и детки, и сами взрослые там качаться, наслаждаться сочинским солнышком и так далее. Это все мы будем устанавливать именно вот в этой части. Помимо этого мы сделаем сауну для всех собственников и гостей комплекса. Вот, это вид сверху. Будет примерно до 50 квадратных метров, достаточно вместительная. Для детей современный детский городок, спортплощадка. Ну и, конечно же, сделаем большой акцент на озеленение комплекса, потому что все-таки Сочи – южный город, и хочется, приезжая сюда, наслаждаться вот этими зелеными растениями, пальмами, туями и так далее. Кстати, постройки тоже с вами прогуляемся, и уже детально я вам покажу, что мы сделали, потому что сейчас мы активно занимаемся как раз-таки облагораживанием вот этой патио-зоны. Скажу про этап строительства. Мы стартовали по продажам и по стройке ровно год назад. Сдаемся мы в четвертом квартале 2023 года. Уже в этом году мы будем передавать ключи нашим собственникам. Вот. И на данный момент мы уже выстроили все 19 вилл, на 40% завершили работы по фасадам. Повторюсь, то, что мы сейчас активно бросили все усилия на облагораживание именно патио-зоны, зелень, газончики, сауну сейчас будем возводить, бассейн заливать. Уже к лету все-таки хочется вот эту красивую картинку. Еще хочу дополнить то, что у нас не так много предложений осталось. Из 49 таунхаусов у нас в продаже осталось 8. Буквально вчера забронировали еще один таунхаус, минус один сразу. Ценовая политика, соответственно, после продажи будет еще расти. На данный момент цена у нас варьируется от 24,5 миллионов. Это минимум.
минимальная цена за 81 квадратный метр. Рассрочка есть? Конечно же, у нас есть рассрочка, тоже индивидуально мы все это рассматриваем под покупателя, его возможности, мы переговариваем с застройщиком, как бы, и решаем все эти моменты, как бы, это уже все по факту. Вот, хочу обратить внимание именно на наш генплан, здесь выделены все эти таунхаусы, которые проданы. Осталось на самом деле не так мало. Есть у бассейна несколько вариантов, и есть также вот в этой части. Здесь она более такая приватная, более тихая. Самый выгодный 20-й таунхаус за 24,5 миллиона. Он еще очень крут тем, то, что вот в этой линии за домиками у нас предполагается небольшая терраса, которая будет за собственниками, и он может сделать себе, ну, такую летнюю верандочку. Как бы застройщик дает на это добро. Еще дополнительный бонус, то, что у нас будут парковки на комплексе. Мы наших покупателей никак этим не обделим. Во-первых, у угловых будут свои парковочные места. Если мы рассматриваем с вами центральные тауны, то по периметру будут парковочные места и за территорией, еще дополнительно гостевой паркинг. Территория также комплекса полностью закрытая, охраняемая. КПП охрана будет на въезде, поэтому полная безопасность 24/7 вам обеспечена. Вот, очень много будет, конечно же, фишек именно в зоне отдыха. В плане, еще раз повторюсь, вот таких светящихся качелек. Плюс также у нас будут красивые, очень интересные светящиеся кашпо, из которых будут красоваться пальмы. Вот такого тоже в стиле хай-тек подсвечивающие скамеечки, которые автоматом будут вечером светиться. И у вилл мы также планируем сделать вот такие светящиеся шары. Одну фотографию, ну потом мы фотографии там прикрепить, либо покажем. Да, мы можем, да, просто на WhatsApp скинуть, либо... то обратиться, да. Конечно, у нас очень много видео, очень много фотографий уже по комплексу, потому что, ну, действительно есть что посмотреть, есть что показать. Поэтому тоже дополнительно будем все это направлять. Потому что информации на самом деле очень много. Если взять фотографии там с этапа стройки, то у нас просто целый альбом от голого участка и по этапу, как мы все виллы возводили, как привозили пальмы и так далее. Поэтому как бы процесс можно просмотреть полностью от А до Я. Также хочу сделать акцент на прибыльности нашего проекта. Стартовали, да, мы год назад, у нас были очень привлекательные цены, я просто даже не хочу их называть, кому-то это покажется, что у нас был очень огромный прирост, но на самом деле у нас были очень вкусные цены, на данный момент ценовая политика за год очень хорошо подросла. По-моему, 14 миллионов, да? Да, 14 миллионов у нас был старт продаж, и сейчас у нас минимальная 24 500. Ну, вы понимаете, да, за год X2 наши инвестора уже заработали, не вкладывая вообще ни, там, ни рубля больше, там, ни в ремонт, ни в какие-то расходы и так далее. Вот, и, соответственно, наш проект подходит еще до сих пор, хотя там мы уже строимся год, он подходит еще как инвестпроект. И не только как купил-продал, даже вот сейчас он и в этом привлекателен, потому что строится нам до конца года, и прирост по цене еще будет, ну, как минимум до 35 миллионов 100%. Но также можно и зарабатывать как пассивный доход на нашем коттеджном поселке. Есть такой ветвь покупателей именно, которые хотят приехать отдохнуть, например, в Сочи в своем таунхаусе, а в последующем, пока их нет, в их отсутствие, зарабатывать на нем деньги. Соответственно, мы также даем эту услугу, наша управляющая компания будет брать в управление ваш таунхаус и заниматься непосредственно сдачей. По цифрам мы делали полностью мониторинг именно по данной локации, причем сдаются там коттеджные поселки, отдельно стоящие дома и так далее. Вот, и сделали свой анализ. В среднем сдача одного таунхауса, минимальной площади 81 квадратный метр, будет составлять от 20 до 25 тысяч рублей в сутки. Это, опять же, средняя цена. И взяли загруженность, ну, конечно же, не 100%, но взяли 60%. Как бы элементарная математика, мы все это высчитали. У нас в среднем получилось 3 800 годовой доход.
от сдачи данного таунхауса. Опять же, все эти цифры у нас просчитаны более подробно. Естественно, кому будет нужна там дополнительная информация, мы все это будем вслед направлять вам, чтобы вы более детально с этим познакомились. Ну и, конечно же, там какие-то вопросы, то будем уже на связи, будем вам подробненько на все отвечать. Вот, это что касается вводной информации. Конечно же, хочу показать стройку. Итак, мы вышли на строительную площадку. Я вам хочу показать масштабы этой стройки. Во-первых, открывается вид на горы. Это очень приятно. Вот такой огромный коттеджный поселок в едином архитектурном стиле. То есть, если вы не хотите непонятные соседи, бараков, хаотичной застройки, чтобы все было в едином архитектурном стиле, красиво огорожено, вот он ваш вариант. И недорого. Всего лишь от 24 миллионов рублей можно взять. И правильно Кира сказала, что это универсальный вариант, подойдет отлично и для жизни, потому что удобная локация для отдыха тоже отлично подойдет. Приехали на самолете, буквально вот там вот аэропорт, и минут за 5 доехали сюда. Вот. Для сдачи в аренду, для коммерции, для бизнеса тоже отлично подойдет. В общем, супер предложение, универсальное для любого вида покупателя. Ну, сейчас мы дойдем до зоны отдыха, до бассейна и покажем, как идет благоустройство. Участок ровный, не оползневой, дома ваши никуда не уедут. То есть плюсов здесь вообще много-много-много, а минусов я вообще никаких не вижу. Надежный застройщик, низкая точка входа, перспектива роста цены, плюс доход от сдачи в аренду. По текущим подсчетам мы не учитывали инфляцию, рост аренды каждый год. Получилось порядка 8,5-9 лет. Отдыхать здесь тоже очень приятно. Туда уехали в Олимпийский парк, туда в Адлер, туда в Сочи, туда в Красную Поляну. Кстати, вы пальмы-то сажаете, я смотрю, не дешевые, такие. Нет. Взрослые уже деревья, не экономите. Это еще не вся, это малая часть еще зелени, которая приехала. Еще дополнительно, естественно, мы будем обеленять. И что, везде будет такая трава зеленая? Конечно. Круто. Вот газоны, это просто пока они лежат. Ага. Бассейн будет подогреваемый, да? Да, аккуратно. Уже занимаемся бассейном, уже стали затягивать все это пленкой. Пленку выбрали светлого цвета, чтобы когда вода зальется, вода была так максимально изумрудного перелива, будет очень круто. И бассейн, я смотрю, под уклоном, да? Здесь меньше глубина, там больше. Да, и тут будет детская зона. Угу. Шары вечером они автоматом будут включаться. Это будет все именно у каждой вид. Вот эта вот часть полностью, где у нас бетон, будет зоны отдыха. Также мы подняли подушку под будущую сауну. Вот здесь, да, будет, да, сауна? И за сауной у нас уже пойдут детские современные городочки. И там еще будут прогулочные зоны. И также, если обратите внимание, то вот здесь у нас будут будущие парковки таунхауса. В принципе, они однотипно у всех выглядят. Ну, естественно, угу. Это будет все ровненько, красиво выровнено. Вот сюда подъехал, припарковал авто, зашел в свой таунхаус. Слушай, ну круто, но выглядят они дороже, чем стоят. То есть 24 500 это цена эконома, а они выглядят вот как дорого. Цена на самом деле очень привлекательная. Это факт. Да, потому что за 24 500 в Сочи это такие курятники, отдельно стоящие, с короедом. Вот в такой вот локации непонятной, по бетонке едешь. Тут идеальный асфальт, новые дороги, бассейн, лакшери окружение. Ну круто, и вид на горы. Давай в какой-нибудь, да, в таун зайдем, на второй этаж поднимемся, вид посмотрим. Давай. Слушай, ну это вообще прям большие пальмы. А сколько такие стоят, не знаешь? Дорого. 1200, наверное. Больше. Больше? Ну, прям видно, что застройщик не экономит. Вариант вообще супер. Прям рекомендую позвонить. Сколько? 8 осталось в наличии, да? Да. Покупайте все 8, сделаем вам индивидуальную хорошую скидку. 100%. Чем больше скидка, тем больше ваш доход получается. Потом перепродадите, сдадите в аренду.
и останетесь довольными 100%. Тут получается двойной рост. И сам комплекс будет в цене расти, потому что ведутся строительные работы. И сам город Сочи тоже будет в цене расти, потому что сюда очень много денег вложат в ближайшие 5-7 лет. Сделают яхтенные марины, новые дороги, новые набережные и так далее. Окна огромные, панорамные в каждом таунхаусе. Да, окна очень хорошего качества, алютеф, алюминиевые, двухфазные, плюс заводское напыление. Первый этаж мы полностью делаем из керамогранита, темно-графитового цвета. Второй этаж — это алюминиевые профиля, алюкобонд. Угу. Вот такой вот вид у нас открывается с балконов. Можешь прям показать. Ну, я показываю, да, вид шикарный. Нацпарк, ничего не застроится у нас вот здесь, поэтому всегда будет зелено. Всегда, да, шикарно. Слушай, ну реально, искренне прям говорю, что вариант супер. За такие деньги можно взять в таком окружении, на ровной поверхности, с идеальной дорогой. Прям вообще приятно. Да. И расстояния большие здесь, между домами. Между домами, да? Да. Простор. Простор есть, территория будет как бы для отдыха вообще. Да и для жизни, и для отдыха. Для жизни, и для отдыха, и для бизнеса мы подходим по все категории. Да. Это факт. Если вы дистанционно из другого города, сделаем вам онлайн видеопоказ по WhatsApp. Наверное. Что еще добавить? Все? Все, ждем. Позвоните, ждем звонков и продадим вам какой-нибудь из этих таунхаусов. Всем пока.